Чтобы добраться до великого города Императора, викингам нужно было пересечь Майр. Чтобы выжить, нужны навыки и знания. Руна, валькирия из клана Сынов Битвы, должна была найти путь. Валькирии. У них договор с самими богами. Они прославляют павших воинов. Отправляют на небеса тех, кто этого достоин. И сами решают, за кого биться. Они владеют копьем и щитом. Следопыты. И наш единственный шанс на спасение. Майр, что за отвратительное место? И я должна была найти путь. Сначала поищу заставу. Или лагерь. Что-нибудь. Неприятное место. Да уж. Тогда дерись.
Возможно, мне был нужен тот, кого оповестил этот воин. Вижу противника. Защищайся, если умеешь. Они взяли в плен разведчика. Я уже иду! Возможно, мне был нужен тот, кого оповестил этот воин. Сейчас ты умрёшь. Противник здесь! Они взяли в плен разведчика. Потерпи! Я иду к тебе! На севере что-то происходит. Как же мне попасть в бухту? Может, они знают, как попасть в город.
Славный бой. Ну, что они сказали? Что-то на японском. Ну, нужна карта, а то пропадем. Там есть монастырь. Монастырь? Жди здесь. Я приведу людей. Жди меня тут. Наконец. То, что нам нужно было на самом верху. Мне так думалось. Лучше скорее закончить с этим. No.
Там найдутся камни. Думаю, надо подняться наверх. Как-то викинги уже совершали набег на Майр. Они приплыли на кораблях, и звон их гонгов оглашал окрестности. К вечеру викингов здесь не осталось. Такие уроки не забывай. Времени нет.
Времени нет. Лучники! Быстрей, ну же! Я должна была предвидеть, что их станет больше.
Соберись. Они уже здесь. Слишком много. И мне пришлось бежать. Я нашла то, что нужно. Карту Майра. Город будет наш.